Привет! Привет! Вы на канале Макси с Little Help. Сегодня Максимка будет помогать... Печь хлеб! Мне печь хлеб, правильно. Молодец. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Водичка, соль, сахар, дрожжи, растительное масло, мука и, конечно же, хлебопечка. И помощник Максимка. Давай, Максимка, насыпай, наливай водичку. Бери водичку, наливай водичку. Вот водичка. Держи крепко. Наливай сюда водичку. Вот, молодец. И еще один стаканчик бери. Это убираем. И вот это вот. Наливай. Молодец. Теперь бери ложечку чайную и насыпай одну чайную ложечку соли. У нас получится две половинки. Еще давай одну. Вот, молодец. Хорошо. Теперь сахар. Три чайные ложечки сахара. Один. Считай. Два. Че ты? Растает сахар? Растает. Ну, давай еще пол ложечки. Чуть-чуть. Да. Все. Откладываем сахар, ложечку. Берем масло, растительное масло наливаем. Наливай масло. Вот. Масло. Теперь сейчас я открою муку. Насыпем с тобой муку. Ты любишь маме помогать? Да, люблю. Давай, я муку насыплю, а ты дрожжи. Я дрожжи. А мама муку насыпет. А ты считай, сколько мама стаканчика муки? Один. Один. Да. Два. Три. Три. И последний завершающий стаканчик. Четыре. 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 Все, мука нам не понадобится. Отставляем. Делай ямку. В муке делай ямку. Для дрожжей делай ямку. А теперь бери дрожжи и высыпай в ямку дрожжи. Бери вот эти дрожжи, вот высыпай. Без ложечки, так насыпай. Ты хочешь ложечкой? Ну, бери ложечкой, насыпай. Высыпай все в ямку. Ну, почти в ямку. Вот, молодец. Давай тебе на ложечку насыплю, давай. Или ты будешь сам? Сам. Самостоятельный ты какой. Еще. Еще. Здесь у нас получается 2 чайные ложечки дрожжей сухих. Бери, высыпай отсюда во все. Ложечки. Дрожечки, да. Все. Все, высыпал. Молодец. Теперь мы нашу форму погружаем хлебопечь. Все программы у нас здесь выставлены. Максимка, иди, теперь твой завершающий момент. Максимка включает пуск. А ну, все. Теперь будем ждать 3 часа, и наш хлебушек будет готов. Прошло 3 часа, наш хлебушек готовый. Сейчас будем его доставать из хлебопечки. Вот такой вот красивенький вот у нас получился. Беленький, да. Аккуратно берем с помощью полотенечка, потому что еще все горячее. А ну, Макс, аккуратно. Давай, мама достанет сейчас хлеб. А потом, Максимка, что будет делать ты? Кушать! Кушать! Вот так вот. Вот такой вот у нас хлебушек получился. Аккуратно, Макс. Горячий. Большой хлебушек. Вот такой вот красивый, ароматный хлебушек у нас получился. Максимка любит хлебушек? Да, люблю. Подписывайтесь на канал Макси с Little Help и ставьте класс. Маши, пока-пока. Мы будем хлебушек кушать сейчас. Говори пока-пока всем. Ты будешь дуть? Ну скажи пока-пока, и будем вместе дуть. Макс, пока-пока. Мы еще вернемся. Нет, чувак.
хочешь жить пока? Ну покажи класс тогда. Покажи класс. Какой хлеб классный. Папе, покажи класс. Вот такой вот хлеб у нас получился. Вот такой вот красивый, вот такой вот у нас хлеб получил. Нет, вот такие. Большие пальчики покажи. Вот, правильно. Вот такие, вот такой вот у нас хлеб получил. Ставьте класс, да? Вот так. Класс. Пока-пока. Пока-пока.